Скажи всем доброе утро. Всем доброе утро. Мы только проснулись, мама вышла из душа. Сижу в полотенце сзади вас и пока причесываю Леночку. Иду, папа. Пошел с Джеймсом гулять. Привет, Улимон! Привет всем! Мы уже проснулись. А, вы на канале Дневник Милбруно, я Милбруно. Это мой дневник, мы проснулись. Я быстренько сделала за вчера монтаж и сказала, теперь, да, теперь можно идти пить кофе и горячий шоколад. Ручку дать? Давай. Здесь крутая лестница, без лифта. Внизу нашего отеля, где мы расположились, есть небольшой ресторанчик, вернее, бьюти-барчик, где можно выпить кофе. Вот здесь мы и расположились, чтобы выпить чашку горячего кофе из шоколада с Джеймсом. Помешать тебе? Смотри, он тебе какой красивый шоколад принес. Ничего себе! Честно говоря, я не перевариваю просто, когда они так делают. Когда они макают круассаны в шоколад. C'est bon? Ну да. А la française? Он говорит, это по-французски. Хотя, с другой стороны, мы хлеб в борщ макаем иногда. Наверное, тоже не самое приятное ощущение. Кстати, помните, в прошлом году я вам показывала, они открыли вот такой вот бар, который называется La Place Rouge, переводится как Красная площадь. Ну вот, сейчас он продается, ровно год спустя. Видимо, не пошло у них дело с Красной площадью. Меня сегодня в комментариях в Инстаграме спросили, а почему вы выбираете Пиренеи, а не Альпы, например? Ну, мы раньше в Альпы ездили в том числе, но Альпы это больше для молодежи, знаете, на санках покататься, на лыжах. А к этому месту мы привязаны. Во-первых, здесь дом от дедушки, который остался, вот он сзади меня находится. А во-вторых, мы каждое Рождество сюда приезжаем, встречаемся с семьей именно в этом доме. Во-вторых, вот там вот в той части находится, буквально в 5 минутах отсюда, находится церковь, в которой крестили Жужуку и в которой мы крестили наших детей. Поэтому мы привязаны к этому месту. Вот почему. Угу. Коров Лена увидела. Видишь? Даже больше. Смотри, сколько их там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маленький, да, есть там. Биби ваш, биби корова. Только вот это не трогай, Леночка, это электричество вокруг протянуто, хорошо? Тюлетуши падок, ах. Видите, какие горные коровки. Представляете, какое молоко вкусное. А вы? Ну, вот такие вот пейзажи здесь. Госпожа корова, здравствуйте. Здравствуйте, госпожа корова. Она и рада. Дом вообще полностью заброшен где-то в горах, видите? Это надо любить природу, чтобы вот так вот жить, потому что вокруг вообще ничего, только горы. Мы наверх поднимаемся, чтобы позавтракать, вернее, быть, пообедать в небольшом ресторанчике горном. Но здесь такой вид, конечно, камера не передает. Здравствуйте, горные коровы! Здравствуйте, горы. Давайте я вам сейчас открою вот так и покажу. Та-дам! Здесь можно тоже снять там на неделю, на две и пожить. Знаете, с каким видом? Я сейчас покажу. Здесь кафе различные, а здесь горы. И вот здесь
немного снега есть, но совсем немного. Покататься на лыжах точно не удастся. Кстати говоря, все наши принадлежности, лыжи, его сноуборд и прочее, все это находится здесь, в доме. Мы его как-то в гараж сложили, потому что мы чаще всего сюда приезжаем. Так что все принадлежности здесь. Сумку только мою надо взять, подожди. Так, давайте фотку сделаю, Жужука. В шапке-ушанке. Жужу. Я же это филя футоля. Вот там я сделала деткам такие классные фотки. О, с Джеймсом! А? Сейчас мы сделаем такую классную фотку вообще. В шапке-ушанке и с Джеймсом. Если я не ошибаюсь, то вот в том ресторане у нас забронировано. Но мы не знаем, можно ли туда с собакой. Поэтому мы сейчас пройдемся к этому кресту и спросим. Сейчас мы попробуем провести Джеймса по снегу. Ой, нормально так реагирует. Ему больше запахи интересны всяких собак, которые здесь мимо проходили уже. Вот тут обычно мы на санках катаемся, но снега нет. Здесь такая хорошая горка. Уи, мэв. Я на камеру снимаю, все будут знать, что ты не умеешь шнурки завязывать. Они в любом случае себе игру нашли. Они скатываются с вот этого кусочка снега здесь, 2.5 миллиметра. Давай. Смотрите, какой вид. Это вид с террасы ресторана. Мы зашли и обалдели. Нам вот такой вот стол большой они приготовили для всей нашей огромнейшей семьи. И вид на горы. Мне кажется, это очень крутой ресторан. Он, кстати, новый. Раньше его не было. В прошлом году его не было. Или ты пала l'année dernière sur resto? А вы? Вот, я же говорю. В прошлом году не было этого ресторана. Да, это отличная была идея. Видите, этот крест, а под крестом ресторан. Ищем уже, что заказать. И я обратила внимание на интересную фразу. Здесь написано «Аллергия на что-то? Попросите у нас лист всех аллергенов». То есть они могут сказать, что там в соусе, например, да, какие аллергены содержатся. Там Е220, Е300, все что угодно. Можно посмотреть. И официантка может сказать об этом. Толкаются. Видите, какая у нас семья огромная? Мы здесь все сидим. Вот. Каждый на своей волне. Слушайте, а вот здесь такой вид, в общем, когда смотришь на детей, кажется, ой, не дай бог упадут, кажется, они на такой высоте, правда, смотрите, если отсюда смотреть, кажется, ёшкин кот, да как же так можно-то? А. Дают супчик еще здесь. Мы его не заказывали, но они дают супчик. Говорят, это типа поедите супчик, чтобы разогреться немножко. Доченька, давай мама тебе супчика немножко даст. Будешь супчик кушать с мамой? Не хочешь супчик вот этот? Вкусный. Я хочу не только этот суп, я еще такие тарелочки хочу тоже. Суп от души сделал кто-то. Мы зашли с Леночкой в туалет, ее показывать не буду, она тут сбоку. Здесь стоит фикус, и здесь написано «Воды? Ой, нет, спасибо, я пью только вино». Про французские туалеты. Сколько раз я уже говорила. Видите, вот это женский, вот это женский. А это закоулок мужской. То есть, когда он писает там, те, кто идет в этот туалет или в этот, видят его спину. Это, мне кажется, ужасно. Смотрите, какое здесь окно в этом баре. Сидишь такой на стульчике, пьешь что-нибудь. И такой вид на горы. Обалдеть. В какой-то веке взяла и заказала себе вот такой вот сэндвич. Почему бы и нет? Надо пойти фотку сделать. Тарелки на фоне гор. Ой. Пропустила, я мужичок взял, как прыгнул отсюда. А я пока бежала, так он это, и уже и улетел куда-то. О, вот этот сейчас будет прыгать. Вау, я тоже хочу. Иди сюда, Леночка, посмотреть.
Я тоже хочу. Ух ты, это я впервые вот так вот увижу, чтобы человек на моих глазах прямо прыгнул. Оно, наверное, еще будет как-то одеваться, там приспосабливаться. Они вдвоем будут, да, наверное, прыгать. Я смотрю, он ей каску одевает. А, может быть, это знаете как? Это называется посвящение в... Это иногда берут какого-то человека, который никогда не прыгал, например, да, и они вдвоем прыгают. Что-что? Где Тунуа? А, потому что там тень, доченька. Вот почему. Ой, я не одна хочу посмотреть, как он будет прыгать. Так, он ее цепляет к себе, значит, правильно понимаем, они сейчас вдвоем прыгнут. Да, последнее объяснение и... Марк, парты, побежали! Вау. Вау. Ух ты! T'as vu ça, Alena? Oui, ils sont deux. Наверное, первый прыжок надо всегда с инструктором делать. Вау. Вот смотрите, сейчас это ресторан, да, а совсем недавно, вот сейчас я пройду вот здесь, вот этой штукой, совсем недавно мы вот там вот в горах когда гуляли, и папа даже с нами был, этот крест виден отовсюду практически, видите, он огромнейший просто. И вот вокруг креста, грубо говоря, образовали вот такое заведение. О, собачка, без привязи, надо об этом сообщить Жужуке. Давай. Браво! А ты, Алина? Давай, давай. Слушай, я отдельный репортаж буду еще делать на этот счет, но я про собаку потом расскажу. Но иногда бывает просто невозможно с ней выходить на улицу, поэтому Жужука сказал, идите гуляйте, а я останусь в номере. Потому что здесь так много собак, которые бегают сами по себе, без лески, понимаете? Большие, маленькие, какие угодно. Он просто в шоке, он теряется, на всех гавкает. В общем, поэтому мы гуляем с детьми. А Жужука нас ждет. Смотрите, мы еще один нашли ресторан, в котором нас пустили с собакой. Правда, дали такое место в уголочке возле окошка. Вот, ну, садитесь, пожалуйста, располагайтесь, ешьте, пейте, платите деньги и смотрите на портрет ламы. Далай. У меня какой-то получается влог только про еду и про еду. Ночью мы здесь только и делаем, что едим и едим. Пока дети им, детям сразу принесли, а нам дали, говорит... Это, знаете, называется амюз-буш. Если правильно перевести амюз, это... амюз-буш. Короче, типа побаловать рот. Вот так вот. Поэтому небольшой... Это, понимаешь, рыбный небольшой супчик. Прям вот небольшой при небольшой. А вот те самые тарелки, про которые вы говорите, а там кушать нечего. Тарелка огромнейшая просто. А там практически ничего нет. Детям и то больше дали. И это особенность гастрономических ресторанов. Как только ты попадаешь в какой-то дорогой ресторан, то обязательно блюда очень маленькие. А в недорогих ресторанах там получается... А в недорогих ресторанах, я попробую, то там получается... Очень часто ты платишь в 3 раза меньше, чем в дорогом. И тебе дают такую тарелку, что ты вот с утра поел и до вечера хватает. Однако стоит отметить, что мясо так прожарили, приятно, что даже нож не нужен. Смотрите, какое оно мягкое получается, сочное мясо. Это, знаете, годы упорства для того, чтобы понять, как правильно поджарить такое мясо. Давай скажем правду, потому что у него есть девушка, и я говорю,
Мне Жужука говорит, да, дочь. Жужука говорит, у нее очень плохой характер у твоей девушки. Он сказал, нормальный у нее характер. И тогда мы решили, что он ищет кого-то, девушку, которая похожа на его маму. Я говорю, она всегда хорошая или так, как мама? Он говорит, что чаще, как ты. Это что значит? Он говорит, иногда вредничает. Ну, например, говорю, как она вредничает? Он говорит, ну, например, она приходит и задает мне вопросы, когда я делаю пенальти в школе. Да? Видите, он ищет такую же, как его мама. Это значит, такую же, как я. Вот что самое интересное, сейчас 10 часов вечера, и почему-то все люди идут в этот... Мерси. Идут в этот собор. Пойдемте посмотрим, что там. Я так думаю, что это месса. Что это? Точно люди... Точно мессу будут сегодня слушать. Каждый может присоединиться к этой мессе, предварительно помочив руку вот в этой святой воде. Затем они крестятся, поют песни и смотрят небольшую инсценировку рождения Иисуса. Здесь вот смотрите, какая интересная инсценировка рождения Иисуса. Хлев. Если обратить внимание, со всех сторон начали подтекать люди, и они тоже все идут в церковь, потому что начнется месса в 22 часа и 30 минут. Можете себе представить? Вот мы Новый год справляем, да, с 31 на 1 января, а католические люди, католики, они, видимо, все-таки большее значение придают как раз Рождеству. Они начинают мессу в 22:30, и в полночь они все радуются рождению Иисуса. И, в общем-то, вот примерно так это выглядит. Это мой муж, неверующий, в шапке-ушанке. Это мои дети. А это люди, которые идут в церковь. Я вообще все люблю такое церковное, странное, непонятное, с хоровым пением, горловым распоем. Возвращаемся домой. Уже даже ресепшн закрыт, а мы только идем. А, поднимайся, поднимайся, что встал? Видимо, для него стресс. Это он впервые за 2 дня ест. Вообще ничего не ел. И то, если рядом стою, ест. Только отхожу, он перестает есть.